видел лучшие дни. Но, во всяком случае, он безопаснее старого. Пора перебираться. Дыра увеличивается. До Форда Спрингфилда до времен гражданской войны полмили. Right, на поле битвы все полмили. Начинайте тормозить. Вот это да! Эй, на кране! Давай крутись побыстрее! Теперь ты. Высыпи 3 тонны песка на сортир. Вы что, не можете отличить мой голос от 10-летнего ребенка? Короба! Эй, мальчик играет сразу на 3 досках. Шахмат, шахмат, шахмат. Черт. Что ж, уверена, многие меня уже знают. Я мама Барта Симпсона. Мам! Мам! Была бы там приготовлена гадость. Прошу вас. Спасибо. Любимчик, любимчик. Я не об этой гадости говорил. Мой учитель просто кошмар. 3 ребят затошнило от испарения его мази, он отобрал все колющие режущие предметы и отпустил нас домой пораньше, потому что его борода попала в точилку. Проклятие, ну ладно. А так? Ладно, ладно, посмотрим, а если так... Начальная школа и тюрьма Спрингфилда. Отличный способ заработать деньги, сдавать раздевалки переполненным тюрьмам. Да, я раньше сидел вон там. Все нормально, дети, не обращайте внимания на убийцу. Предупреждение, самые непослушные ученики будут напуганы до полусмерти. Эй, парень, помоги мне отсюда выбраться, не пожалеешь. Я слушаю. Миссис Крабапл, я не могу писать контрольную, живот болит. Это не оправдание. Слушайте, если я умру, у вас будут большие неприятности. Страница 6 устава школы. Учитель не виноват, если Барт Симпсон умрет. Нас также оправдают, если Милхауса съест змея. Ой, круто, здесь кролик. Главная больница Спрингфилда. Не бойся, сынок. Все будет в порядке. Его аппендицит воспален и вот-вот взорвется. Поэтому будет его нетрудно найти. Это лучшие места. Мне бы сейчас хот-дог. Гомер, идет операция. Хот-доги, кому хот-доги? Так, Барт, я досчитаю до 3, и ты уснешь. 1, 2, 3. Без задних ног. Скальпель. Может, погрудить краны? Пахнет газом. Приятный запах. Эфир. Барт, я нашел виновника. Металлический кружок. Классно, такой крутой шрам. И неделя без школы. Доктор Хиберт, вырежьте мне аппендицит. А почему нет? За мной, дети. Сестра, подготовьте. У меня всегда была музыка. Я учился у самого слепого Вилли Витерспуна. Я играю джаз 30 лет и не преуспел. Возьми мой саксофон. Это не саксофон, это зонтик. Значит, я играл на зонтике 30 лет? Почему мне никто не сказал? Мы думали, это смешно. Это не смешно. Неужели никто не придет? Лиза, мы ждем уже час. Горячо любимый, мы собрались здесь, чтобы попрощаться. Мерфи, кровь и кишки. Нет, кровавые
десны Мерфи. Неважно, кровавый десны Мерфи играл на сусафоне. Нет, на саксофоне, он был музыкантом. Вы не знали его, никто не знал. Он был великим, и я не успокоюсь, пока весь Спрингфилд не узнает его имя. А я не успокоюсь, пока не съем хот-дог. Гомер, это кладбище. Хот-дог, кому хот-дог? Вы что, преследуете моего мужа? Леди, на это мои дети учатся. Не могу поверить, 500 баксов. Можно делать, что хочешь. $500 на красное. Выиграла черная. Круто. Твою честь, кровавые десны! Ты счастлив, старого джазмена, Лиза. Ты отомстишь за меня, Кимба. То есть Симба. Люк, я твой отец. Это CNN. Может, заткнетесь, я прощаюсь с Лизой. Извини.